О том, как прошел отопительный сезон в Саратове и какие трудности испытали горожане этой зимой, мы поинтересовались у саратовцев. Плохо, холодно. Я снимаю квартиру, я сам саратовский. Очень холодно. Очень плохо топили, постоянно подогревали одеяло. Да не очень хорошо. Топить начинают только к концу сезона, потому да. что плохо. Нормально прошел. Сначала было холодно, пока это наладили все там. Ну, сейчас меньше топят, а так-то все хорошо было, тепло. Замечательно, очень жарко дома. До сих пор есть, мы у нас перекрыли батареи, потому что если батареи все включить, дышать дома нечем. Хорошо прошел. Очень мне понравилось, как он прошел. Великолепно. Было тепло, уютно, хорошо, все вовремя. Отлично, хорошо, топилось, все замечательно. Сейчас очень жарко, отопление не отключили. Шикарно, очень жарко. Приходилось даже окна открывать. Тепло, жарко, я вообще батареи все выключаю, потому что я не люблю, когда очень жарко. Слишком сильно топили даже. Было очень жарко, да. И поэтому пришлось отапливать улицу, открывая окна.